15 марта я, Евгения Мангуби, представляю вашему вниманию репортаж Trading Central Web TV. В понедельник акции биржи США продолжают резко падать в цене. Dow Jones потерял почти 200 пунктов. NASDAQ также очень настораживает. Столь резкий спад обусловлен скандалом с Facebook о личных данных. Акции компании упали на 5%, колебания на рынках подскочили на 10%. Завтра начнется двухдневное совещание Федрезерва, которое, скорее всего, закончится повышением ставки на 25 базовых пунктов. А пока переходим к показателям денежного рынка. Курс евро и доллара на 0,2% выше и составляет 1,2315 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,77% выше и составляет 1,4050 пунктов. Пара доллара и иена на 0,16% выше, текущее значение 106,18 пунктов. В центре внимания курс американского и канадского доллара, который закрепился выше горизонтальной линии поддержки и подкреплен 50-периодной скользящей средней. Долгосрочные позиции будут выше 1,3065 пунктов со значениями 1,3125 пунктов и 1,3160 пунктов. Золото также укрепилось в цене ранее, однако сейчас его стоимость находится ниже горизонтальной линии сопротивления и ограничена 50-периодной скользящей средней. Краткосрочные позиции будут ниже 1314,5 долларов со значениями 1307,5 долларов и 1305 долларов ровно. Цена серебра остается без изменений и составляет $16.26. А с вами была Евгения Мангуби, специальный ряд Trading Central Web TV.